Главное в конфликте превосходство и агрессивность. За превосходство надо бороться. Его надо добиваться, добивая подконфликтного. Это делается посредством собственного возвеличивания или за счет унижения другого. Разность высот и вызывает поток этой энергии. В конфликте, как ни странно, оба одинаковы. Правый и неправый. Они пользуются одинаковыми словами, и взываемые окружающие торопятся уйти, так как вопрос, кто первый начал, бесконечен, как разбор атома. Недостаточный запас слов или слабый звук дополняется жестом, мимикой, унижающим прыжком. Причина конфликта забывается быстро. Задача не терять темп, заклеймить, подавить, запугать, оговорить, высмеять, придумать другую причину. Пружина конфликта – агрессия. Следует разбудить в себе зверя и подкармливать его внешним видом противника. Нельзя наносить травму друг другу, каждый наносит травму сам себе. Чтобы выйти из конфликта, следует внезапно увидеть себя на месте другого и услышать себя со стороны. Когда мы станем хоть каплю добрей, то птичьи трели и в самом деле вдруг станут веселей, вдруг станут веселей. Когда мы станем добрее чуть-чуть,